друзья дорогие, я, Леша, я думаю, что ты не будешь против, если я тебя прерву буквально на минуту-другую, потому что песня, прозвучавшая сейчас из твоих уст, о матерях. Замечательная песня. Я думаю, что всем ребятам, присутствующим в этом импровизированном зале, понравилась эта песня, да? Давайте еще раз отметим. Вот, и на сцене, как вы видите, те самые мамы, о которых и была спета эта песня. Сначала я хочу предоставить микрофон Николаю Николаевичу Агееву нашему. Добрый вечер всем. Ну, мы сейчас о мамах еще пару слов скажем. Помимо всего прочего, мы каждый год теряем наших друзей, товарищей. В прошлом году вот здесь был Ринат Гагиев. Вот там есть его фотография. После слета он ушел из жизни. Чуть позже, наверное, многие знают, в московском лагере была мама Галя. Ее тоже сегодня с нами нет. Давай помянем. Спасибо всем. И хочу отдельную благодарность нашим матерям. Мы очень благодарны всем присутствующим, всем нашим руководителям Наилю Сагимовичу большое спасибо за такое внимание, за такую трогательную, вот до самой души трогает всю эту встречу. Дай Бог она, чтобы была не последняя и вот такая веселая. Всех мы вас видим и любим. Здоровья вам, здоровья, здоровья, счастья семейного. Благополучия и всего-всего, чего вы хотите. Большое вам спасибо. Большое спасибо за песню, что исполнили. Не забывают нас, родители, и тех ребят, которых с нами нету. Спасибо. Я тоже являюсь мамой погибшего сына, только в чеченской же войне. Я хочу вас, ребята, поздравить с вашим фестивалем. Уже 5 лет вашему фестивалю патриотической песни. Салам. Да, салам бача. Я очень тоже волнуюсь. Я хочу что сказать вам, дорогие мои афганцы. Спасибо вам. Не подвели ни своих отцов, ни дедов. Великую Отечественную войну, которую они подняли, знамя 1945 году, вы достойно пронесли его в Афганистане. Вы доказали, что нет такой силы, которая могла бы поставить русский народ на колени. Конечно, не думали ни вы, которые прошедшие Афган, ни те отцы и деды не думали, что еще будет одна война. Война, которая забрала молодых парней. И вот я хочу прочитать вам такие стихи, которые у меня получились. Будут в жизни у вас ливни и грезы, будут вьюги снегами в лицо вам бросать, будет все, и зима, и седые морозы, только вы не спешите, сыновья, отступать. Как бы жизнь на вас не давила, не давайте себя никому запугать. Счастье, мира, отваги вам желает совсем незнакомая мать. Я бы собственной грудью от бед вас прикрыла, я бы душу и сердце свое отдала, я б слезой ваши раны омыла, заслонила б крылом, если птицы была. Здоровье вам, чистого неба, и пусть беды проходят ваши дома.
Я являюсь зампредседателя отделения Союза семей военнослужащих России по Оренбургской области. Ребята, приходите, если будут какие-то у вас нужды. Мы помогаем. Всего вам хорошего. Храни вас Бог. Уют в вашем доме. Любовь и тепло.